Привет, друзья! Вы на канале «Кладоискатель. Эволюция поиска». Меня зовут Юрий. Друзья, приветствую вас на моем канале. Ну что, ребята, привет. Всем привет. Вот выбрали сегодня на коп. Приветствую всех на своем канале. Сейчас у нас 19 января. Не обещаю никаких находок, потому что это такое дело, что можно ходить целый день и ничего не найти. А если найти, так какую-то монетку там, ходячку или советскую там, даже такие монеты и то еще походить поискать надо. Вообще не первый раз вижу такое. Какая-то ядрить, колотить. Мне сказали, что это срубная культура, эпоха поздней бронзы, 18 и 12 века до нашей эры. Если вот таких вот наконечники большие я видел, то такую штуку я ни на одном канале еще не видел. Здесь вот какая-то... Блин, даже не знаю, что. Привет, друзья! Вы на канале «Кладоискатель. Эволюция поиска». Меня зовут Юрий. Очередная посылочка от друга канала «Монетка» Сергея. Итак, начнем. Друзья, я заканчиваю серию розыгрышей. Я объявляю анонс на финальный розыгрыш. Скорее всего, я его проведу завтра. Правила, как обычно, очень простые. Первое. Быть подписанным на мой канал. Второе. Оставить один комментарий. Участвую и страна проживания. Пример. Участвую Россия, участвую Украина, участвую Казахстан. Если победитель проживает в России, то он должен прислать мне на свой адрес доставку. Если проживает вне России, сообщить, кому можно отправить монету в России, или пришлет свой номер Киви кошелька или PayPal. Я ему пришлю 50 рублей за каждую другую монету. Прислать он должен до 28 февраля 2018 года. Если адресов не будет, монеты мы потом в будущем когда-нибудь разыграем. Всем удачи! А также мы проведем розыгрыш среди зрителей в прямом эфире. Скорее всего, будем играть в лото и по комментариям. Ладно, друзья, всем удачи. Следующий ближайший розыгрыш будет на 1500 подписчиков. А пока что посмотрите, что будет разыграно завтра. Приятного вам просмотра. Как вы поняли, друзья, бандерольку я уже вскрыл.
вот, чтобы не тянуть время, вот, очередной такой приз прислал мне Сергей. Здесь я уже, конечно, не помню, это выигрыши из многих розыгрышей Сергея, 12 монеточек, поэтому, друзья, вот все, что выиграл я в очередной раз за несколько туров на канале «Монетка». Друзья, предлагаю вам еще раз подписаться на канал Сергея, ссылочки будут внизу под видео. Ну а теперь, друзья, я покажу вам все монеточки отдельно, без комментариев. Подписывайтесь на канал «Монетка». У Сергея скоро будет розыгрыш на 1500 подписчиков. Канал у Сергея очень интересный, как своей тематикой, так и душевностью самого Сергея. Поэтому, друзья, желаю вам удачи в розыгрыше. Друзья, это мои выигрыши также у Сергея на канале, предпоследняя его бандеролька. И также на канале «Дэн Леон». Друзья, подписывайтесь на канал Дениса, также интересный очень канал. Канал Копорский и не только. We're gonna make it.